Симулятор козы. Симулятор козы. Симулятор козы. Ты хочешь этого, я знаю. Ты так двигаешься, как будто бы ты хочешь, чтобы я засунул свой язык тебе в жопу, бля. Всем. Бэ. Бэ. Всем привет, с вами Балот Ленос. И сегодня мы будем играть в симулятор козла. Что можно делать в этой игре? Можно прыгать козлом. Вы когда-нибудь видели прыгающих козлов? А козлов, которые сбирались вот так вот, это горные козлы, а есть машинные. Бах, блядь, а есть взрывающие, сука, угли. Они машины. Что? Что? Эй, ты куда, блядь, едешь? Сука. Девушка, вы тут кушаете яблочко, я вам принес еще одну девушку. Можете в задницу у нее поковыряться, блядь. Ты чё, подло, не реагируешь на мои, блядь. Торты вазелиновые. Вот так вот и оставайся тут. Эти, блядь, митингуют. А вы чё, блядь, митингуете, а? Ух ты, сука. Блядь, где Янукович? Где Янукович, сука? Короче, берете, создаете игру Battlefield 5. И ставите там одних козлов, вот просто одних козлов вот таких вот. И даете им автоматы. Во-первых, прикольно, во-вторых, графика хорошая, да, вот, ну, нормальная графика. В этой игре не хватает только кооператива. А так все есть просто. Все, что на душе, блядь, угодно, нахуй. Нахуй, блядь. Пидорасы. Ну, сука. Во. Бах, блядь, в очко прям. Хедшот, мать его. А, дорогая, я не могу сейчас говорить, у меня козел прям сзади стоит. Какой нахуй козел? Блядь. Тебе помочь? Я утолю твои самые потайные желания. Блять, я тебе хотел всего лишь, сука, анус подрезать. Сука, нахуй! Да отпусти ты его! Блять! Нахуй, Майкл Бэй 28. Я сейчас языком прихвачу. Спайдермен! Мне кажется, это самая лучшая игра, которая вообще выпускалась в 2014 году. Наверное, лучшей игры просто не будет. Я, наверное, пойду скупаюсь. Какая GTA? Какая, я не знаю. Что вы там ждете? Watch Dogs? Вы что гоните? Вот симулятор козы. Заходите, играйте. Это намного круче, это намного веселее. Вы только посмотрите на мою голову. Что со мной произошло только что? Что это? Что со мной? Что такое? Козел, тебе плохо? А? Бедный козел. Это, кстати, игра пострашнее, чем любой хоррор. Вообще, любой абсолютно. Возьмите Outlast. Посмотрите, что с ним? Его просто колбасит от боли. Вы посмотрите в эти глаза, что с ним происходит. Наверх. Ебадабату, блядь. Еха! Куда я полетел, вообще я не понимаю. Пиздец. Дорогие друзья, эта игра просто упорота, она создана какими-то походу наркоманами. И самое главное, что она веселая, в нее можно поиграть, повеселиться, посмеяться. Блять. Да, друзья, тут не хватает одного. Тут не хватает кооператива. Был бы тут кооператив, было бы это все, конечно, гораздо веселее. С другом поугарать в такой игре, это просто... Это было бы супер. Но я надеюсь, разработчики, может, со временем сделают кооператив, может, чего-то добавят. Тут есть миссии всякие, что можно делать. Чем-то напоминает Tony Hawk Pro Skater, конечно же. Типа зарабатываешь очки там за то, что ты ломаешь это все. И притягиваешь людей всю западню. Короче, если вам понравилось, ставьте обязательно лайк, подписывайтесь на канал. У нас канал, конечно же, как всегда, не только хоррорных игр, а еще и упоротых. Просто напрочь. Поняла, шлюха, блядь. Так что, если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был Блудлинос.
Оставайтесь такими же, как эта коза. Да. Ты, кстати, мои прошлые видео не смотрел, я там тоже шутил насчет того, что папа с ремнем. Не надо, вот это мои шутки. Кстати, подписывайтесь на канал моего друга, точнее брата.